Продолжаем обзор и телеэпопею по поводу электроники 53. Как я говорил ранее, у меня было разбито стекло. Достал его, короче, вот эти часы по случаю. Вначале стеклышко было цело, а потом я на работе его раздолбал. В нижней части строки было написано «Сделано СССР и 53», а здесь был логотип интеграла. Облазив интернет, набрел я на сайт под названием technochas.ru. Списался с ребятами, они казались очень открытые люди, нормальные перцы, и договорились, то, что достанут мне стекло. Ну, оно вот такого вида, тем не менее, 92-го года, если не ошибаюсь. Как я получил посылку из России в Латвию, то пошел с этим стеклышком в мастерскую, где ремонтируют часы, и там мне его приклеили. Ну, как раз мне пришлось единственное обработать немного здесь лезвием кромку, потому что там часовой мастер, короче, оставил следы от клея. Ну ладно, это не так криминально, на самом деле не так много заплатил, там еще след маленький остался, но в целом они сейчас выглядят как новые. Еще у меня тут под старой крышкой ГОСТ стоит. О, да, СССР. С номером 37725. Так что часики идут. Спасибо ребятам за часы. Заказал у них сейчас часы Интеграл ЧН55В. Вот такие. Ну, будем ждать, короче, когда они придут. Водонепроницаемые. Ремешочек у меня для них уже тоже есть. Где-то там у меня лежит. И будем пользоваться. Всем всего хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.